254 года, две части одного города и три дня рождения. Нет, это не ошибка. Слободея, территория загадок. Обо всем по порядку. История Слободеи начинается с 1769-го. Первое упоминание на карте Фридриха Бауэра. Это российский генерал, архитектор и картограф. Тогда он описывал ход боевых действий в русско-турецкой войне. Ну, это одно из первых упоминаний на карте Бауэра. Если мы когда-то найдем, может быть, первое, потому что раньше села так не учитывались, как города. Город, вот он стоит, его возвели, сразу документы к нему, а маленькие населенные пункты не учитывались. Они могли быть и раньше, лет 30-40, вот так вот просто. А потом их только на карте указали, но они были. Кто и когда основал Слободею, до сих пор тайна. В исторических документах первое название поселения – Руфь. С тюркского – это золотая или желтая, возможно, потому что раньше здесь была степь. После появилось название Слободея. Это связано с понятием «слобода», потому что люди здесь не платили налогов, а в те времена это редкость. В конце 18 века Слободея становится центром Черноморского казачьего войска. Здесь построили земляную крепость с деревянным собором, арсеналом и складами. Казаки были, у них было, значит, были писари, они все-таки вели документацию и приписывали наших молдаване, русских, украинцев к себе. Поэтому так много народу было прописано, понимаете? И их было больше, казаков, они пришли, их было большое, их же войско пришло. Тут была резиденция, Черноморский кош, тут стоял, тут была печать, казна, тут было место, огорожено земляным валом. Уже тогда в Слободее существовали две части, русская с казаками-старообрядцами и молдавская с переселенцами из молдавского княжества. У каждой свой храмовый праздник. 28 августа – Успение, 21 ноября – Архангела Михаила. В июне 2002-го поселку присвоили статус города, а с 2019-го, когда в центре Слободеи построили аркадный комплекс, появилась третья дата – 21 сентября – общий день города. Дату выбрали не случайно, это день рождения Пресвятой Богородицы, она покровительница черноморского казачества.